Так, ну что, ребят, тут у нас, я смотрю, динозавр спит с яйцом, прилетели какие-то роботы, стырили яйцо и улетели. Но оставили какие-то запчасти, что ли. В общем, всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Вы просили поиграть в Динокиборг, и вот запустил, давай смотреть, что это за игра вообще. Крафт ящики улучшения. Это все карты, я так понимаю, да? Атака. Да, я надеюсь, кнопки здесь не надо менять. Или надо будет? А, он сам бежит. Он сам бежит, сам стреляет. Нет, ребят, я могу ему помочь. При стрельбе только. А, уровень второй. Ну, допустим. Хо-хо-хо. А, он еще и кусает их. Ну, понятно. Ну, у нас тоже, кстати, здоровье есть. Будет ли какое-то у нас улучшение в дальнейшем? Вот что меня интересует. И сколько мы так будем бежать? Давай, давай, давай. Знаешь, кого мне напоминает? Миньонов. Похож ведь? Похож. Ох, ё, это что за новый монстр? Гриб какой-то был, мухомор. Механический мухомор. Так, 100% пройдено. А сколько тут вообще этапов? Ладно, узнаем. Так вот, мне не нравится грибок. Опа. Подожди, ну... А как... Ребят, там была деталь, я ее даже не подобрал. Вот еще деталь. Здоровски. Меня просто кинули на детали. Ну и в чем прикол? Если деталь даже не могу взять, эй. Ну это нечестно. Это нечестно, что я не могу взять деталь, которая выпала там. Так, нам нужно пробежать трассу 100%. Я надеюсь, тут всего 10 уровней. Ну, 1.10. А нет, 1.5. Так, ребята, крафт нам доступен, видимо. Ох ты. Объединить можно, да? Ага. Так, что он там? Урон от пушки 150 в минуту. А седло это у нас надето, получается, да? Это у нас тоже надето. Ну и пушка, соответственно, тоже. Поехали тогда дальше, наверное. Это был крафт. Тут еще есть улучшение. 255 металла у нас. Ну, я, наверное, думаю, что стоит прокачать вот эту вот. Ну, тогда и эту. Ящики еще какие-то. У вас нет ящиков. Видимо, ящики я должен буду находить, скорее всего. Ребят, второй этап. Атака. Поехали. Давай смотреть. Ну, уже улучшенный. Ох, ё. Так, детальки только сыпятся. Замечательно. Хорошо, что хоть детали, ребята, они сыпятся. Я думал, что мы их не подбираем, а мы все-таки их... Что находим, мы оставляем себе. Ну вот со здоровьем у нас беда. Угу. Это плохо. Но на каждый уровень дают новые фулл хп. Хоть за это спасибо. Сейчас мы классно их прошуршали. На. То есть наш динозавр взял технологии этих пришельцев, нацепил на себя, и теперь он ходит мстит, да? Он должен забрать яйцо. Знаешь, чем мне это напоминает? Помнишь игру Динобэш? Там мы тоже должны были с собой защитить яйцо. Вот что-то типа того, только там на нас нападали, а тут мы нападаем. И с этим лучше вот так, ребят, быстренько надо с ними разбираться. Ау! Все время забываю, что это у нас толчок. Не от слова унитаз толчок, а от слова толкать. Скажи, вот Рэй придрался, и как будто бы никто не догадался бы, да? Надо было пояснять обязательно. Ну фиг знает, может быть, кто-то не понял. Так, 2-4. Остается еще один уровень нам пройти, и будет все чики-пуки.
Слушай, ну детали уже нормально так. Да что? А, нет, все, дотянулся его. Опа. Ребята, тут уже какой-то механический куст, который при всем при этом еще и бьется. Есть. Давай последнего, завали, завали последнего. Ну, еее. Так, и, по-моему, пятый, последний, заключительный уровень. Тирекс Дина. Я тебе скажу, что это очень мощный куст был. Ну что? Ребят, что-то игра лаганула, смотри, смотри, смотри. Даже не знаю, наверное, надо перезайти. Продолжить. Да, что-то лагануло. Так, ребята, я перезашел в игру, потому что, ну, сами видели, да? Она что-то начала лагать очень сильно. Смотри, что у нас тут есть. Какие вкусняшки. Опа. Нормуль? Нормуль, конечно. Ага. Слушай-ка, ну сейчас мы вообще будем, ребят, на изи наших врагов валить. Лишь бы, конечно, глюк... Подожди, улучшение же еще есть. Лишь бы глюканов, конечно, не ловили бы. А то как-то неприятно. Атака. Ну, вот такой вот он у нас красавчик стал. Просто на изи разбираем. На, на, толканули его. Хорош. Слушай, подожди. А, я думал, первого уровня, второго уровня. Нет, это просто у нас помечается. А, наверное, тут еще будет третья под возможность. Наверное. Я не буду утверждать на 100%. Но было бы прикольно, если бы такое было. На. Сразу троих. Так. Две... На коленке. Нашли. Все, пробежали. Дальше что у нас там? Такой крутой в очках таких еще. Да-да-да-да-да, самый оптимал. Кусанули, пробили. Вот здесь кусты начнутся с какого? С третьего, по-моему, да, уровня? Или с четвертого, я уже не помню. Да, и здесь тоже пробежали. Пока еще не было этих электрических кустов, механических. Кусты-плетки, можно их так назвать было бы. Вот они. Так, это нам пуха там выпадает. Разжевали. Уничтожили. Так, этого сейчас... На, столкача. Изи. Блин. Я думал, что успеем же пройти, но нет. На. Просто боданул его. И последний, по идее, этап 2-5. Вот здесь у нас лаганула игра, да? Ну, этого я, наверное, с одного укуса. Ничего себе. Это будет плетка драться. Механический куст. На, получи. Все, ребят, прошли. Ну, кстати, запчастей очень мало нам в этом поединке почему-то выпало. Улучшить. Мне нравится вот этот вот пулемет. Пробивает очень круто. Ящиков ни одного нету до сих пор. Ага. Блин, фигня получается. Смотри, ребят, мы можем потом открывать еще два дополнительных слота. То есть это будет еще два новых вида оружия. Ладно, пока мы с тобой в каких-то джунглях бегаем. Потом там будет пустыня. Потом будет лед. Какая-нибудь Арктика какая-нибудь. Поехали. На, куст. Да, но тут уже чувствуется, ребята, как бы
Враг будет мощный. И долго-долго-долго перезарядка идет у нас. И вот этот он выстрел, конечно, хорош, но он почему-то очень быстро закачивается. Так, 3-2. На! Три выстрела он делает. Три выстрела, потом перезарядка и опять три выстрела. Понятно. На! На лжбанчик его. А здесь заряжаем. 100%. Так, следующее. Уровень 3-3. Мне пишут очень много ребят про Swamp Attack, вторую часть. Ребята, давно, давно мы не играли, это во-первых. Во-вторых, у меня игруха эта была на эмуляторе, да? Эмулятор этот я уже удалил, то есть это мне надо заново скачивать и проходить все заново, ты понимаешь? Все заново. Можно, конечно, посмотреть, я не знаю, она, по-моему, в этом ее нету, да? В Google Play магазине. Ее надо только скачивать. Или есть, напишите это в комментариях. Ребята, а лучше всего скиньте ссылку на игру, если кто знает, где можно нормальную скачать версию обновленную. Так, дай-ка я этих, наверное, вот так нахлобучу обоих. О, деталька. Уже, кстати, второго уровня сразу выпало. 3-5, это последний получается. Опа-на! Ребята, нам выпал ящик в первый раз. Вот интересно мне знать, что в ящичке лежит. Ой, как мне хочется узнать, что же там будет. Да хорош как-то, со мной сейчас смотри. Это, ребята, знаете, как будто чувак какой-то под землей. Вот его глаз, ну точно. Это, ребята, миньоны. Это хитрые миньоны, которые перевоплотились. У них, потому что у всех по одному глазу. Роботы-одноглазики. Так, ну что, мы прошли этот этап. Проходится довольно легко пока. Знаешь, так, не напряжно. Хочу посмотреть, что за ящик. 4-го уровня. Да вы серьезно, что ли, за рекламу только? А нет. Ох ты. Слушай, сколько деталей-то надавали, прикольно. Сейчас будем улучшаться. Вау. Смотри. Нифига. Крутышами мы стали какими. Так, сюда, сюда, сюда. Ага. Так, пухи. Сейчас, сейчас, сейчас. Слушай, замечательно. Такая базука у нас уже. Улучшение. Оп. Улучшил. Ну что, погнали? Угу. Ну, мы еще круче стали. Вау. Сейчас посмотрим, сколько таран. Ну, таран, как обычно, ребят. Опа-на, это что такое? И ракетница, конечно, хорошо, но та стреляла побыстрее. Та пушка у нас. Всего одного укуса там было достаточно. Так, выпала нам пушка. Слушай, ну ящик выгодно, ребята, конечно, находить. Но у него, наверное, шанс дропа очень маленький. Фига себе, ты видел, как долго пришлось мне бомбить по этой оси? Вот такие вот пироги. У нас 350 ХП. Блин, ну если эти осы пошли уже, то дальше только будет хуже. Потому что осы, с каждым разом будут, наверное, противники все хлеще, хлеще и хлеще быть. Так, опять нам сиденье там выпало. Наездников. Вот сейчас посмотрим, как таран будет по ней бомбить. Не очень эффективно. А она брыкается, эта оса. Зато вот эти вот грибоподобные миньоны у нас буквально на два укуса идут.
А эти, по-моему, вообще на укус. Ну да. Опа, у нас хп-то, посмотри, сколько. Ха. А вот дела. Так, ну с этим справляемся на изи. Вот, вот кто самый вредитель. Именно как... Ой, кактус. И урона, он наносит очень, ребята, много урона. Этот шершень механический. Заряжаем. Так, это последний, наверное, и проходим, да. 4-4 пройдено. И остается только лишь 4-5. На тебе. На этих лучше, ребята, не тратиться. Вот, вот здесь придется, наверное, вылуплять. Блин, опять этот шершень. Живучий, блин, вот живучий и все. Ауч. Сразу двоих, правильно, надо было так давно с ними разбираться. Ну что я тебе мог сказать, авансом уже прошли, ребята, все, а тут победа только за нами. Давай идем на крафт. Идем на крафт. Ага. Не хватает нам. Опа. Опа. Ребята, смотрите, что нам выпало. Новое что-то. Ух. Нам выпало... Ящики? Ящиков же у меня нету. Смотри-ка, мы где-то успели с тобой ящик открыть. 5-го уровня. Ой, спасибо большое. Тогда я еще успею... Опа, на что же это такое? Я не знаю, что такое, но я прокачал, ребят. Ну-ка, что у нас здесь? Так, так. Ай, красота. С такой бронькой. С такой бронькой хоть куда, да? Вот пушки, пушки, к сожалению. Пушки, к сожалению, ребята, нету новой. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. Поехали. Посмотрим, как у нас тут будет он. Что же это такое я взял? Ого. Хо-хо-хо-хо, ты видел? Он просто бомбит своей цепью. Просто хрумс и все, ребят. И никого не оставил. Не оставляет за собой. Цепь мы прибережем. Я, правда, не увидел, насколько мощный дамаг у этой цепи. Хороший дамаг, ребят, хороший. Давай так быстро пробегаем с тобой. Так, по-моему, такое ощущение, что опять начинает под... Да, ребята, опять начинает подвисать, смотри. Ух, я не знаю, почему такое происходит. Не знаю. Ладно, друзья мои, давайте тогда мы на этой ноте сегодня будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.